на канале Коробка красок. В сегодняшнем видео распишем эту деревянную дощечку. Рисовать будем вот такой морской пейзаж. Кому интересно, оставайтесь со мной, а я приступаю. Первым делом нарисуем небо. Для этого смешаем темно-голубой и белый акрил и разнесем его жесткой кистью. Далее приступаем к морю. Смешаем изумрудный и голубой цвета. Наметим линию горизонта. Чем ближе море к нам, тем делаем его светлее. Теперь смешаем желтый, коричневый и белый цвета и нарисуем песчаную сушу, делая плавный переход между сушей и морем. Возле линии горизонта нарисуем маленький участок суши, где будет стоять маяк. Теперь приступим к первому плану. Нарисуем деревянный заборчик из брусков, соединенных канатом. Добавим зелени, нарисуем траву и не забудем про тень и свет, как на первом плане, так и там, где стоит маяк. Также черным цветом вдалеке нарисуем чаек.
подкорректируем волны в море и готово! Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А тем, кому интересна тема моря и тема росписи дощечек, у меня есть еще такие видео. Ссылки на них вы найдете в описании. Также, если кто хочет поделиться со мной своими работами, вы можете это сделать в группах «Коробка красок» в соцсетях и в Instagram под хэштегом, указанным в описании. Я с удовольствием взгляну. Ну а на этом у меня все. Всем пока и до новых встреч!